Продолжается реализация проекта мэра Камчатского края «Решаем вместе» на территории Камчатского края. Введены в эксплуатацию уже 57 объектов по всему Камчатскому краю из 75. Все остальные имеют высокую степень готовности. Введены были в эксплуатацию объекты в Мильково и в Шаромах. В Мильково это парк, которым пользуются все жители населенного пункта. А в Шаромах это отличная хоккейная многофункциональная коробка с резиновым покрытием, на которой можно играть и в игры с мячом, и затем в хоккей. Ну, все то, что любят дети. Я уверен, что местные власти, которые провели в этом году голосование по объектам проекта «Решаем вместе» на будущий 2022 год, а в будущем году у нас будет реализовано 84 объекта, они планомерно продолжат развитие плана по благоустройству населенных пунктов, и в конечном итоге мы в каждом населенном пункте получим комплекс объектов благоустройства. Это и хоккейную коробку, и футбольное поле, и сквер, и парк. Ну, все то, что нужно и необходимо жителям. Я надеюсь, что объекты, которые введены в эксплуатацию, будут поддерживаться местными властями в надлежащем состоянии, а граждане будут их беречь, не будут ломать. Потому что, к сожалению, уже есть случаи, когда на объектах проекта «Решаем вместе» уже, так сказать, поработали вандалы. Уже приходилось чинить.